эксперимент провалился у меня с ледником. Зато можно попробовать еще разочек и посмотреть, как работают. Рифли и мох. Вот хорошо видно, как кварцевый песок ложится на мох и потихонечку переползает. Его перемывает. Мы еще добавим. Все, все забивает он. Ну это нормально, что так и должно быть. Песок тяжелее воды, поэтому он действительно ляжет вниз. Поток усилил. Ну а здесь перед первыми рифлями вон какая гора нагородилась. Не буду я с рифлями экспериментировать, потому что они предназначены для ловли самородков. А мелкая до 4 мм прекрасно ловится. Ой, мелкая. От 2 до 4 золота. Крупное золото тоже. Прекрасно ловится на разных коврах. А в данном случае вот он. Полностью песка перетекает постепенно, заполняя все. Естественно, если какая-то тяжелая крупинка попадется, она забьется в мох. Так оно и будет тихо, меленько, спокойненько при такой водичке перемываться. Ползет, ползет, ползет. Добавим еще чуть-чуть. Ну, долго эта история. Вода выбивает легкую фракцию из виниловой паутинки. Переносит дальше, заполняются все ячейки. Все ямки. И до следующих рифлей. Вот она потихонечку, потихонечку наползает.
Все, идея понятна. А вот без рифмы дальше так идет. Ровненький поток воды. И все, кварцевые песчинки. Летят, а что потяжелее, но естественно сейчас мы. И пролетают и все. Естественно, тяжелая ляжет. Ну что, уберем рифлю, посмотрим, что получится. И промывочка пошла. Все прекрасно работают без рифли. Не нужны рифли для мелкого. Для золота такого вот. Нет самородков, рифли не нужны. Все, вот убираем мы. И у нас все пошло. Прекрасно все промывается. Кусок железяки, он. Это просто железка ржавая. И вот она у нас так лежит. Вон она зацепила. Вот она. Хоть как ее бросай. Где она? Вот она. Сколько она пролетела. Это вот. Вот такая громадная железяка. Вот опять ее бросаем сюда. Вот она. Все. Десять сантиметров пролетает. Зацепилась и лежит. Это железо. 7 грамм на кубический сантиметр. А он золотиный тем более. А он вижу и свинец. Это крупинка свинца блестит, лежит. Сейчас еще разочек. То есть для старателя рифли абсолютно не нужны. Ну и удобно застилай, плюс зацепится, просто подача материала. Вот для... вот из такого количества мха извлек вот столечко всего и вся. Ну и результат промывки. Доводочка. Вот они, крупинки свинца лежат. Все. Черный шлих, как и положено. И свинец никуда он не делся. Поймался он. Все, на этом заканчиваем пока эксперименты.